Вакцинация проводится уже больше двух веков. Именно она позволила существенно продлить жизнь человека и избежать многих серьезных, смертельно опасных заболеваний. И сегодня иммунизация является самым эффективным средством борьбы с болезнями. Однако максимальная польза от ее проведения возможна только при соблюдении определенных условий. Одно из главных – максимальный охват. Предупредить распространение инфекционных заболеваний на отдельном регионе можно только путем достижения высоких показателей охвата профилактическими прививками среди проживаемого населения, то есть это должен составлять не менее 95%. И на нашей территории, в нашей области этот показатель сохраняется, то есть он выполняется. В Брестской области, как и по всей стране, благодаря успешной реализации программ вакцинации достигнуто значительное снижение или даже полное искоренение многих инфекционных заболеваний. Совершенно исчез полиомиелит, который уже с 1964 года не регистрируется у нас в стране, местные случаи имеются в виду. Не регистрируются случаи краснухи с 2007 года, дифтерии с 2002 года, не регистрируются случаи кори или регистрируются единичные завозные случаи. Не регистрируется столбняк с 2011 года. За последние 20 лет значительно снизилась заболеваемость вирусным гепатитом Б, порядка 40 почти в 40 раз. И с 1960 года в 87 раз снизилась заболеваемость коклюшом. Заставлять сделать ту или иную прививку насильно, конечно, доктора не будут. Здоровье человека в первую очередь в его собственных руках. Однако врачи настоятельно рекомендуют. Делать выбор стоит только после консультации со специалистом и только хорошо взвесив все плюсы и минусы в каждом конкретном случае.